Самым популярным электромобилем в мире остается Nissan Leaf, но планы у марки гораздо обширнее. На токийский автосалон Nissan привез сразу два проекта. О наступлении новой для Nissan полностью электрической эры объявил главный дизайнер Альфонсо Альбаиста, который напомнил, что весной в Японии взошел на престол новый император Нарухито, эпоха которого называется Рейва, что значит «прекрасная гармония». Молодым дизайнером я посетил 28-й токийский автосалон. Это было в 89-м, в первые годы эры Хейсей. Токио был великолепен и буквально трепетал от хай-тека. Темой автошоу была свобода передвижения. Я думал, что больше таких впечатлений в жизни не испытаю. Но вот, 30 лет спустя, я уже и не так молод, а мы празднуем смену эры Хейсей на эру Рейва, как нашу собственную. У Nissan 70-летний опыт в электромобилях. На наших чертежных досках и в глиняных моделях много новинок, и сегодня мы покажем, как выглядят две из них. И если субкомпактный IMK едва ли выйдет за пределы внутреннего рынка, то Nissan Ariya — это будущий глобальный кроссовер. По габаритам машина напоминает нынешний X-Trail. При этом Ariya осваивает новую платформу, разработанную специально для будущих электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Никакие технические характеристики не раскрыты. Известно, что полный привод реализован путем установки двух электродвигателей на каждой оси. Единственная физическая клавиша в салоне включает питание. Все остальные кнопки — сенсорные. Серийный кроссовер оснастят ассистентом удержания в полосе ProPilot. Выпускать модель начнут уже в следующем году. А еще через год или два продажи новинки начнутся и в России.